В историко-культурном центре первого президента города организовали диалоговую площадку воспитания детей «Залог будущего нации». Главная цель – приобщение подрастающего поколения к национальным ценностям и обсуждение актуальных вопросов воспитания детей. Сегодня в стенах нашего историко-культурного центра проходит встреча представителей разных поколений, посвященной воспитанию подрастающего поколения. Как это мероприятие еще проводится в рамках сохранения вот национальных традиций Дастур Менгуреп. На нашей сегодняшней встрече присутствуют представители дошкольных учреждений города Темиртау, совет аксакалов, молодые семьи города Темиртау и, конечно же, наши защитники Отечества – это представители воинской части города Темиртау. На собрании прозвучали рассказы о важности правильного воспитания подрастающего поколения, а также показаны видеоролики, пропагандирующие национальные ценности. Также в ходе мероприятия были представлены доклады, подготовленные специалистами детских садов города. Тема нашего доклада – совместная деятельность с родителями в наших организациях. В нашем докладе будут рассмотрены задачи воспитания детей в дошкольных организациях, расскажем, какие виды деятельности существуют. В завершении встречи участникам вручили благодарственные письма. Юлия Исланова, Шухлабай Мухан, Александр Ломако, Новости Темиртау.